правильно? Ты изначально должен был поставить машину правильно, чтобы скорая помощь проехала. У меня ребенок не может из-за тебя попасть в больницу. Вот именно из-за тебя. Ты не будешь убирать машину? Дверь мою отпустите. Будешь машину убирать или нет? Дверь мою отпустите. Не убираешь машину, что ли? Дверь мою отпустите. А? Машину убери, говорю, чтобы скорая проехала. Я сейчас напишу заявление. Я говорю, машину убери, чтобы скорая проехала. Все, я успокоюсь, у меня ребенок не может в больницу попасть. Никак не может в больницу попасть из-за вас только. Нет, у вас сами дети, вы не понимаете этого, что ли? А? Понимаете, что ли, этого, а? Ты что дверь трогаешь? Машину убери, у меня ребенок в больницу попасть не может. Дверь, убери руки. Я тебе открыл по-человечески, ты что мне тут запрещаешь? Так ты убери машину по-человечески. Ну, держи, выйди, убери, держи. Выйди, убери. Держи камеру. Не будешь убирать, что ли? Держи, а? Камеру. Ты понимаешь, ты героем нашего города будешь? Буду, давай. Ты ребенку не даешь помочь, скорой помощи, чтобы пожалуйста. Не проехала сними, пожалуйста, в больницу. Сними, пожалуйста, как стоит машина. Все машины нормально припарковались. Я с комсомольским отделом только что слезал. Один ты поставил машину не в притирку к бордюру. И до этого машина не может держи, проехать, скорая помощь. Держи.